Привет, друзья! Еще один потрясающий вид нашла для вас. Еще один потрясающий замок на нашем замечательном острове. Посмотрите, вид на Ла-Манш. Сегодня дождь, я под зонтиком. Погода нелетная, как говорится. Но гуляю. Сейчас покажу вам эту прелесть всю. Это такой замок на берегу пролива Ла-Манш. Здесь устраиваются выставки также. Иногда вечера для людей. Посмотрите на эти потрясающие клумбы. Георгины там разных цветов. Вот здесь специально вот такая терраска, посмотрите, сделана. Она проходит от парковки. Там внизу парковка, а здесь вот люди идут специально. Вот такая застекленная терраска, чтобы ни ветер, ни дождь не мочил. И приходят вот в этот замок. Посмотрите, старинный кастл. Вот такой, немножко подальше, этот старинный замок, в котором жили лорды когда-то, богатые. Сейчас, наверное, их внуки, но здесь продолжает жить семья лордов. Вот посмотрите, пенек старинного дерева, грандиозный. Там еще и фигуры какие-то выдолблены. Подойду, сейчас подойду. Вот видите, какой пенек, выдолбленная девочка с белочкой. Очень симпатично. Здесь качели. Знаете, такая ветка, как бы специально для же, предназначена для качелей. Вероятно, какой-то старинный дуб. Вот на этой поляне. И вот посмотрите, еще один ракурс вида на этот великолепный замок. Вот какая красота, друзья. Еще один сделаю вам ракурс с другой стороны. Ну вот еще вам поближе куст этих красавиц георгин. Название вот этих я, к сожалению, не помню, но очень красиво. Здесь другого цвета георгины. И здесь георгины еще третьего цвета. Ну вот такой вид с фасада. Это ворота. Вот туда калитка прогулочная наверх. Можно гулять по лесу. Вся территория этого замка. Ну и вот такой фасад. Называется East Denny. Castle East Denny. Вот такие живописные у нас бывают места, друзья. Их видимо-невидимо в Англии. А это вот, посмотрите, такая дорога. Выдолблена в скалах. Все тут отделано камнем. И вот это такой проезд к этому замку. Вот такая дорога красоты неописуемой. Вот и такое еще одно великолепное место, друзья. Я показала вам сегодня кратенько. Дождь льет,
вырывает зонт из рук, и всю камеру мне залило дождем. Поэтому на этот раз очень коротенькое видео, друзья. Уж не обессудьте. Всего вам доброго. Надеюсь, вам понравилось. Удачи. Пока-пока.